Добрый вечер, уважаемые гости, друзья. Поводом того, что мы сегодня собрались, является совместный концерт двух ярких звезд дагестанской эстрады Сарият Рабадановой и Мадины Расуловой. А также у нас будут гости концерта Асиф Нураев, исполнитель азербайджанско-турецких песен, и Гуля Расулова. Ну и я с вами Зара, ведущая. Ну что, поехали. Первый выходит на сцену заслуженный работник Дома культуры, заслуженная актриса Даргинского театра, более 20 лет на сцене, а также автор и исполнитель своих песен. Сарият Рабаданова. Прошу. Встречаем. Всем добрый вечер, всем приятного отдыха. Спасибо, кто пришел на наш концерт. И начинаем.